Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня 13 июля, понедельник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании, логотип которой вы видите у меня за спиной. Если у вас проблемы с английским так же, как у меня, то я вам могу помочь и перевести название этой компании с английского на русский – InstaForex. Перейдем к нашим обзорам. Сегодня, кстати, сегодня интересный день. В мире отмечается день купания нагишом. Вот, если вы хотите отметить этот праздник в должной мере, у вас будет сегодня такая возможность. Ну а я предлагаю совместить этот праздник с днем ВДВ, чтобы все насладились в полной мере этим действом. Сегодня у меня две статьи. Одна фундаментальная по нефти. Рекомендую посмотреть уже 3300 раз. Кто-то уже посмотрел. И торговая идея по доллару-канадцу, которую мы сегодня с вами разберем. Давайте переключимся к графикам и посмотрим. Первый инструмент, который мы сегодня разберем, будет золото, как обычно. Золото сегодня растет. Что я хочу увидеть в пятницу? Дало нам заработать по площадке. Затяжной такой тренд был, золото пошло на Америку, я рекомендовал его продавать. Сегодня золото растет, что мне интересно. В первую очередь то, что остался зеркальный уровень, который был пробит еще 7 числа, да? Давайте, или какого? 8. Вот, остался зеркальный уровень, остался экстремум 8, вот здесь вот, не пробитый, был подход к нему в пятницу. Вот, и в данной ситуации мне интересны больше шорты, чем лонги, но с перехая, если он будет, то есть если будет ложный пробой, буду работать именно в эту цель, потому что этот уровень уже многие видят. То есть если вам сейчас предложить идею на покупку золота, вы скорее всего будете топиться за этот уровень, и за вашими денежками будут охотиться акулы рынка. Так, что касается евро-доллара. Евро-доллар тоже растет. Пятница закрылась так называемым пин-баром в тенденции. Посмотрите внимательно, какой был захват интересный стопов за несколько дней. Так, это мы пока уберем. Вот он, пин-барчик, захват, американская откупка. И в рамках этого пин-бара рынок продолжает расти. Почему? Потому что сигнал на продолжение тренда. И еврик прибавляет в цене для покупок. Первая цель — обновление, это у нас получается четверга по хаям. Что я здесь хочу? Я хочу, естественно, как спекулянт, купить дешевле. Купить дешевле — значит купить с отката. Купить с отката — это скорее всего то, что я сейчас нарисовал. Тест круглого уровня 1.13, пробой американской коррекции и заход наверх. Почему я так хочу? Потому что здесь хорошая будет рентабельность. То есть если я куплю после ложного пробоя, то у меня при стопе там 25, тейк будет 80, ну, 1 к 3 к 4. Вот если купить сейчас со стопом за Америку, у вас будет 50 против 48. Так что считайте сами. Фунт сегодня прослабило. Но по хаям осталась площадочка. По фунту много новостей на этой неделе. Я думаю, эту площадку снесут в ближайшее время. Что я хочу? Я хочу, опять же, как спекулянт, купить дешевле. Вот, поэтому я подожду ложного пробоя вот этого минимума. Если он произойдет, вот, после него буду охотиться за хаями. И это будет рентабельно. Там, при стопе там, в 30, тейк, соточка. 3 к 1. Дальше кроссы мы торгуем с вами сетками. Австралиец-канадец радует нас просадкой. Это нормально, но уже второй месяц не очень нормально. Что я хочу? Я хочу, чтобы он упал, а для этого он оттестировал 95 уровень, где бы я еще продал, и, наверное, буду скидывать эту сетку просто в ноль. То есть общий тейк можно поставить, если этот инструмент надоел вам так же, как и мне. Здесь 300, при откате в 150, вот здесь можно просто сбросить эту пачку в ноль.
Если у вас накапали свопы, это хорошо, это будет вам уроком не набирать сетки на счетах с начислением свопов. И, кстати, в InstaForex есть бессвоповые счета, очень легкие. Не надо приносить справки с мечети или читать Коран, чтобы получить мусульманские счета. При открытии счета можно просто поставить галочку «Счет без начисления свопов». И можете сидеть в позициях месяцами. Австралиец, новозеландец пока не интересует, хочу продать выше. Канадец франк, доллар франк. Если вы купили доллар франк, как я рекомендовал на пробое месяца, то вы уже должны быть в плюсе на целых 50 пунктов. Что для сеток, конечно, очень мало, вот, но у нас есть правило, если первая сделка дает соточку, закрываем. То есть, если доллар франк отрастет, закройте 100 пунктов, заберите и потратьте деньги. В противном случае набирайте сетку дальше. Канадец франк пока не интересует. Доллар иена. Доллар иена сегодня бычит. Вот. Я еще вижу трехволновку здесь. И буду рекомендовать работать на понижение по этому инструменту, потому что мне интересует уровень 106. То есть вот это дно. И если сейчас продать доллар иену со стопом за экстремум, стейком за площадку, будет примерно один к одному. Как вариант, либо подождать уже вторника. Канадец иена, франк иена. Торгуем также сетками. Франк иена дала на прошлой неделе заработать нам. Соточку мы закрыли. Если этот инструмент опять будет обновлять хай, опять включайте сетку лимитных продаж каждые 50 либо 100 пунктов по четвертому знаку. И зарабатывайте на этом инструменте так же, как и я. Доллар канадец сегодня давал торговую идею на понижение. Такая же самая идея, как по евро, абсолютно зеркальная. Почему, скажете вы? Потому что сейчас отрабатывает долларовая карта в обоих инструментах. Но по доллару канадцу, кроме новостей по доллару в пятницу, плохих по доллару, да, у нас были хорошие новости по Канаде, которые перекосили этот инструмент. И день закрылся пин-баром, захватником, да, который пробил площадочку и закрылся ниже. Снизу осталась площадка. И, в принципе, хорошая ситуация. При стопе в 60, тейк 94. Может быть, дадут лучшую цену. Посмотрите этот инструмент внимательно. На Америке. Дальше. Австралиец. Австралиец на дневках залетел очень высоко. Но надо сказать, что он до этого падал 2 года. Вот, поэтому этот кому кризис, а кому нет. Что здесь интересно? Осталась интересная площадочка вот здесь, но очень-очень сильно бычит инструмент. Мощные откупки вот такие. Поэтому я не буду играть здесь на понижение. Но площадка есть, обратите внимание. Пятница закрылась пин-баром, сейчас рост. У новозеландца та же самая история. Вот, но у него площадка, у новозеландца площадка внизу просто обалденная. Но инструмент очень шумный. И я пытался работать в рамках вот этой трехволновки, давал рекомендацию на продажу. Но сегодня закрыл. Потом я ожидал, что пробой будет. Опять возвраты. Честно говоря, я не пойму. Инструмент. Очень много в нем покупателей. Пока отложим его. Что у нас? Газ подрастает. Держим до двоечки. В принципе, все. Понедельник не самый удачный день для торговли, поэтому будьте внимательны. Вопрос на YouTube-канале по пятничному видео. Первый. Так, спасибо. Наблюдаю. Торгую InstaForex. Там, где мой счет? Со 100 долларов заработал. Угу. В общем, спасибо. Пожалуйста. Капиталист. Увидим Академии. Да, я помню, сделаю на этой неделе 100%. Какими счетами управлять, у них возможно инвестировать. Ребята, эти вопросы в рамках работы с InstaForex в качестве аналитика закрыты. Поздравляю, так, чувство юмора, респект. Ссылку на форум Forex Деньги, где я нахожусь. 13 лет торговли, больше чем я. Начинал, когда золото стоило 730. Вот надо было просто золото купить и все. Больше не мучиться. Так, ссылка. Я скину ссылку
Я сильно не пиарю форум, там, где я общаюсь в рамках метода, который я даю своей аналитике. Почему? Потому что мне нужно будет много печатать, а я не люблю много печатать. Ссылочку скину, надеюсь, подключитесь, там можно обсуждать именно мои идеи и торговые идеи в рамках метода Price Action и охота за стопами. В принципе, на этом все. До встречи завтра утром на очередном обзоре для InstaForex. Контролируйте риски, берегите себя и пока.